Hallo zusammen, mein Name ist Alina Beimer und im heutigen Video geht es kulinarisch zu. Wir tauchen nämlich gemeinsam in die traditionelle deutsche Küche ein. Das Thema Ernährung war in allen Zeiten relevant und wird es auch immer bleiben, weil es ein Faktor ist, der die gesamte Menschheit verbindet. Unter den nationalen Küchen gilt die deutsche zu Recht als eine der erstaunlichsten und interessantesten. Sie zeichnet sich durch einen besonderen Qualität und Geschmack aus, sowie durch eigene Traditionen und eine reiche Vielfalt an Gerichten, die für bestimmte Regionen des Landes charakteristisch sind. Und jetzt möchte ich die Organisatorin dieses Kochkreises, Julia Gerlitz, ein paar Fragen stellen. Wahrscheinlich ist die wichtigste Frage, woher Sie sich inspirieren lassen und so viele verschiedene Rezepte nehmen. Alina, спасибо, что ты меня позвала. В стенах немецкого дома мы проводим очень много встреч и с вами, и с нашими друзьями. Да? Конечно же, очень люблю готовить, поэтому мне интересны любые блюда, но так как у меня муж немец, да, предпочтение немецкой кухни. Очень много путешествовали с мужем по Германии, по Северной Германии, это Вильгельмсхафен, у нас там родственники живут на юге, и, соответственно, у всех разные блюда, и мне хотелось бы дать какие-то традиции своим детям. Они очень любят, конечно, немецкие блюда. Мы готовим штрудли с мясом, с капустой тушеной, просто сладкие штрудли с яблоками. Еще блюда с детства у мужа были, блюда по волжской кухне, он там воспитывался, рос у бабушки с дедушкой, то есть крепли были у него в семье, естественно, все я старалась угодить как бы мужу, и получилось, что очень сильно интересуюсь и хочу это еще преподнести всем нашим немцам в обществе. Здесь у нас проходят по воскресеньям встречи какие-то, я делюсь своим опытом, вот, кто-то приносит свои рецепты, тоже делимся, и вот так у нас происходит обмен информацией по этим рецептам. Julia, vielen Dank für das Interview. Спасибо большое, Дин. Hallo, Olga. Ich weiß, dass Sie seit der Gründung in diesem kulinarischen Kreis engagiert sind. Daher möchte ich von Ihnen erfahren, wie Sie die hier erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten anwenden. Я посещаю кулинарный кружок с прошлого года и очень много интересных рецептов открыла для себя, посещая этот кружок. И вот эти вот рецепты, которые я узнаю здесь, мы стараемся разнообразить домашнее меню. Мне очень интересно пообщаться с людьми, которые делятся рецептами, и не только рецептами, своими житейскими ситуациями. Так сказать, сменить, разнообразить свои будни, сменить после работы, после трудовой недели. Я прихожу сюда и здесь отдыхаю душой. Das ist super. Und noch eine Frage für Sie, Olga. Zu welchem Zweck besuchen Sie dieses Kochkreis? Я являюсь этнической немкой, и часть рецептов мне моя бабушка передала. Совместно мы с ней готовили какие-то немецкие блюда. Хоть у меня рецептов не так много мне досталось, но я с удовольствием делюсь этими рецептами, а также вот благодаря этому кружку я узнаю очень много нового, не только о рецептах, но и о том, как был воссоздан этот рецепт, на какой территории в Германии, что на разных территориях Германии одно и то же блюдо готовится по-разному. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und damit geht unser heutiges Video zu Ende. Abonnieren Sie unseren Kanal und hinterlassen Sie Ihre Kommentare.